Що Бог єліє, ко Бог наш. Мета кожного православного християнина – правильно розуміти і славити Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Бог єдиний у трьох обличчях. Зрозуміти це і складно, і водночас просто. Втім, гордість іноді спонукає людей на лукаві роздуми, що і приводить до єресі. Хто питався в історії познати чоловічим путем розсудка, то завжди падав дві крайності – к іудейському монотеїзму єднобожію або еліністичному многобожію. І питаючись своїм розсудочним разумом достичь чого, возникали єресі. І єресі явились причиною созыва Первого Вселенського Собора для того, щоб можна було определити і з'яснити, щоб святые мужі з'яснили, як іменно понимать природу Святой Троицы. Но надо сломить, что святые отцы попытались не объяснить ее и невозможно до конца ее изучить, но только приблизить последовательность человеческого рассуждения к правильному пониманию, что дает возможность на сегодня правильно славить Отца и Сына и Святого Духа. Выявились, прежде этого, ереси, как динамисты, которые определили, что Бог является единственной личностью, то есть Отец, а Сын и Святой Дух является Его сила, поэтому динамисты. И позже явились модалисты, которые говорили, что Бог является безличной сущностью и время от времени являлся в каких-то личностях. Оно ближе склонно к эллинистическому многобожию. Являлся в образе Отца на период истории Ветхого Завета, являлся в образе Сына на период евангельского истории, и также явился в образе Духа Святого на период от схождения Пятидесятницы до незначительного периода, и также обоснователь этой ереси Савелий утверждал, что этому будет конец, а опять все придет в разрушение, в уничтожение, и Бог опять окажется безличностным. То есть такие формы рассуждения, надо сказать, что они связаны с философией Аристотеля, поскольку тогда в то время было понимать природу божества, а за 4 века до Рождества Христова было еще явление олимпийских религий и жизни богов, сравнили с жизнью земных и пытаясь как-то либо ее особо приукрасить и как-то иносказательно и загадочно обосновать. Эти следы также прослеживаются в этих ересях. Но мы говорим о ереси Ария, которая именно являлась причиной созыва Первого Вселенского Собора. На Первом Вселенском Соборе арианство до его созыва уже имело широкое распространение, и люди были в недоумении, истину ли они исповедуют и в чем именно состоит эта истина. По содействию Константина Великого, императора, он содействовал возможностью собрания. 318 святых отцов прибыли с тогдашнего всего православного мира империи. И это около 2 месяцев было явление собора, на его прохождение от созыва до окончания. Собор не только выразил учение Святой Троицы, а также множество вопросов служения и дисциплинарно рассмотрены были им. Но обратимся к Святой Троице. Они, заседая, обратились с тем пониманием, взывали к Духу Святому и пришли к мнению ввести термин, что было причиной обосновать в терминологии правильное понимание Святой Троицы. Если термин единосущный, то этого слова в Священном Писании нету. Как есть рождение, исхождение, но слова единосущный в Писании нету. Но этот именно термин очень хорошо объясняет единство трех сущностей. И как
это слово они вложили тот смысл, который правильно определяет, что Святая Троица, она пребывает в единении. Единение настолько плотно, что они едины, но при этом не смешиваясь святой в лицах между собой и не разделяясь. Это единение по учению Иоанна Богослова и Евангелиста состоит посредством любви, поскольку Бог есть любовь. Если нам в мире знаем, что любовь является большой объединяющей силой, когда человеческая природа все-таки несовершенна, то, естественно, в совершенной божественной природе сила любви настолько может действительно хранить это единение. Но при этом Церковь учит, что Бог единица, но троичен в лицах. И как Отец, как и Сын, как и Дух Святой являются личностями, имеющие свои личные свойства, что также определено в Писании. Известно, что Бог Отец предвечен, Он не рожден и не исходит, всегда существующий. Отношение второго лица с Бога Сына, Он предвечно рожден от Бога Отца. И Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. Эти личные качества также определяются в Священном Писании, только ли свидетельствуют на то, что они являются свойственны в отдельности каждому лицу. И термин «ипостась» или «лицо» содержит это учение личных свойств каждого лица. Термин «сущность» или «единосущность» свойственны божественным качествам, которые присущи всем лицам. Но при этом Господь, будучи в полном единении, является троичен в лицах. Так дало возможность святым отцам приблизить человеческий разум к порядочному рассуждению об образе Святой Троицы. Но надо заметить, что познать полностью Святую Троицу никогда в человеке не будет возможно, поскольку только лишь в единении с Божеством человек может что-либо постичь. Апокалипсис Иоанна Богослова объясняет о том, что только лишь когда человек приблизится к Богу, достигнет Царство Небесному, и он только может там славословить, взывать Бога. И насколько это нам неизвестно, но он будет величайше пребывать в благодати. Апостол Павел говорит, что мы видим сейчас сказательно, как бы через тусклое стекло рассматриваем. Но тогда нам откроется больше. В мире всем невозможно познать. Если вспомнить из писем блаженного Августина, святой муж IV века, он также задавался этим вопросом, глубже постичь природу Святой Троицы. И когда проходил по берегу моря, увидел ребенка, который сделал маленькую ямочку и черпал воду с моря и переливал маленькую ямку. На вопрос, что ты делаешь, мальчик ответил, я пытаюсь в море перелить мою маленькую ямку. И этот мальчик объяснил блаженному, что нельзя постичь то, что невозможно постичь человеку. Но учение Святой Троицы являет нам то знание, что мы знаем, что все совершается Богом Отцом, осуществляет Сыне и является Духом Святым. Господь пребывает в единении общения, и как каждая личность Святой Троицы в единении посредством любви, сказывает нам то, что только лишь любовь есть путем спасения. В первом послании к Коринфянам в 13 главе апостол Павел написал гимн любви и заканчивал главу, что «И вечно существует вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вот все, что можно человеку знать, но следует заметить, что личные возможности человека никогда Господь не ограничивал, духовные возможности. Если человек питается, если человек, он услышит, прочувствует. Может быть, невозможно будет выразить это в человеческом языке, но душа всегда больше ощущает, чем может человеческий язык изъяснить. Учение Святой Троицы нам объясняет, как Бог сотворил мир, объясняет нам пришествие Христа и ради чего Христос пришел в этот мир, нас, ради человека нашего, ради спасения. Учение Святой Троицы объясняет действие Святого Духа в таинствах, о явлении благодати через Церковь, пути, в чем состоит спасение, и также о событиях последних мир существующих этого мира и второго пришествия Христа в мир. Также все это обосновывается на учении о Святой Троице. Это та великая вероучительная истина, которая стала лишь возможна человеку
постижимо, отчасти постижимо, благодаря самому тому, что Бог явил себя в мире. Сын Божий пришел и даровал человеку возможность приблизиться к себе. Он возвестил о том, что перейдет Утешитель, Дух Святой, который вам напомнит все и наставит на всякую истину. Поэтому видим, что о Святом Троице указывается также и апостолами в их посланиях церкви. Они сами возвещают и упоминают имя как Отца и Сына, также и Святого Духа в своих взываниях к церквам. Все, что необходимо человеку знать и постичь, есть в Писании. Сверх того ему невозможно постичь, и сверх того ему никак не на пользу будет стремиться к познанию того, что человеческую разуму не по силам. Но что еще надо? Больше ничего. Все есть для спасения, только лишь со стремления и желания самого человека приближаться к Богу. Ведь заповеди даны были человечеству, которые наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, может, было безграмотных. Но на слуху, на слуховой памяти они передавались благодаря тому, что кто-то, будучи грамотным, всегда все читал вслух. И так люди, не имея грамотности, запоминали наизусть краткие молитвы, сказания, именно 10 заповедей Божьи. Было правило древности вообще книги читать только вслух. И один из каппадокийцев, который дальше объяснили учение Святой Троицы, Василий Великий Григорий Богослов, Григорий Ниский, Василий Великий пишет о том, что он не может читать книги. Причина этому являлась заболевание горла. Ввиду того, что книгу можно было читать только лишь вслух. Для того, чтобы каждый, кто не имел такой возможности, ввиду безграмотности, мог также не лишен был возможности научения тайнам и истинам веры. Таємниця Божа відкривається людям, які мають дух смиріння. І якщо людина намагається пізнати істину, вона буде усмиряти серце перед величчю Божою. Слава Богу за все!